Привет, меня зовут Сергей Лотвин. Я Елена Громобоева. Мы находимся на кампусе на Young Business School в Сингапуре. Наша программа началась всего месяц назад, но уже сейчас понятно, что это будет захватывающий и трансформирующий опыт для нас обоих. Когда я выбирала бизнес-школу, для меня, конечно же, было важно, какое место она занимает в рейтинге. И меня очень впечатлило, что NBS удалось подняться в рейтинге Financial Times на 11 пунктов всего за один год. Оказавшись здесь, в Сингапуре, я понимаю, почему им это удалось. Во-первых, это высочайшее качество преподавания и профессорский состав. У нас преподают профессора из Европы, Америки и Азии. Во-вторых, это очень сильные группы, в которых собраны и мотивированы на обучение люди, так что мы находимся в очень конкурентной интернациональной среде. Немаловажно еще и то, что работа с карьерным центром начинается с первых дней обучения. Наши карьерные консулы стали работать с нами еще до начала занятий в школе. Также важно отметить высокую практическую ориентированность NBS и взаимодействие тесное с бизнесом. Для нас, для студентов, организуются визиты компаний на кампус, и мы имеем возможность пообщаться с представителями крупных компаний и понять, с какими вызовами приходится сталкиваться современному бизнесу, и это, конечно же, важно для нашей дальнейшей международной карьеры. Для меня самое яркое впечатление с момента приезда – это кампус. Кампус школы – это очень большая территория, современная территория, где сконцентрировано очень много студентов, которые все время учатся, и эта обстановка вдохновляет нас на обучение. Ну и, конечно же, Сингапур. Это большой, красивый, современный, очень космополитичный город, в котором очень комфортно и интересно жить. Азия сейчас очень правильное место для обучения, так что мы вас ждем здесь. Ждем вас. Наш друг Тома из Японии хочет сказать вам пару напутственных слов. Привет, друзья! Welcome to Nanyang Business School!